Всем привет, мир вашему дому. А я приехала в магазин, который называется «Твой дом». У меня тут определенная миссия. Я хочу, во-первых, посмотреть себе для интерьера какое-нибудь растение. Такое интерьерное, легкое в уходе. Это первая миссия. Значит, вторая. В преддверии Дня Учителя мне нужно сделать педагогам подарки. Обязательно вот надо что-то выбрать. Поделюсь с вами, покажу. Ну, вообще, я люблю твой дом, потому что так все красиво здесь оформлено. Вот придешь, просто вдохновишься. Да, цены, конечно, не очень кусаются, но красиво, красиво. Ну что ж, пойдем. На входе инсталляция дачная. Нет, ну посмотрите, какая здесь красота уже с самого входа. Давайте пройдем. Интересная корзинка. Ну, чувствую я здесь, у меня не будет проблем выбрать подарок. Ой, вот какая красивая корзинка. Цена здесь. Вот цена. Цветы. Нет, вот она. Искусственные цветы. Это что такое? С оленем подставка. Смотрите. А? Это, наверное, для шампанского. А, смотрите, уже начинается новогодняя тематика. Олень, сани. Ух ты. Сколько это стоит? Представляете? Вот большая ваза, олень. Thank you.
А вот смотрите, какие красивые растения, искусственные. Но они очень хорошо смотрятся на кухне. На полочке можно оформить. Симпатично. Есть поменьше вот такие. Так, ну что ж, пойдем смотреть зеленые растения. Мне нужно растение, чтобы было в уходе непроблемное. Ну и такое напольное. Я приобрету красивую подставку. Ну и, наверное, не цветущие, потому что цветущие требуют все-таки там солнце надо, чтобы было, полив регулярный. У меня с этим немножко проблемы. Но есть даже такие растения, которые мне подходят, конечно. Вот это у меня было. Ну, что-то оно очень быстро у меня пропало. Не буду это смотреть. А вот красиво, смотрите, оформлены такие плетущиеся. Они на столбиках, на подставках. Ну, красиво. Высокие. Тоже красивое, смотрите, такое древо. Ой, слушайте, какая же цена. Я даже 5 с чем-то. Красивое. Смотрите, какая интересная коряга, а в ней можно сделать фонтан. Ну, у кого такие большие дома, сады. Так, ну это разные суккуленты. Вот растения, которые вот очень легко в уходе. Они у меня есть. Смотрятся, кстати, хорошо они в любом интерьере. Можно взять маленькое, вот маленькое. Ничего себе маленькое. Так, 5000 маленькое. Да, подорожали. Подорожали. Можно просто, я думаю, взять маленькое, вырастить. И потом на пол ставишь. Ну, красота. Ну, дороговато. Вот тоже хорошее растение для дома. У меня есть такое. Мне моя хорошая знакомая отдала. Тут лианки, монстеры.
Уже хорошо смотрится для дома. Ну вот это классика. Классика 5600. Вот смотрите. Вот то, что мы маленькое видели, вот оно в большом виде. Кстати, в народе это называется тещин язык. Дошли до фикусов. Фикусы, вот не знаю, как у вас, у меня они постоянно осыпаются. Я их покупаю уже такими большими. И вот какое-то время стоят, начинают сыпаться. Поэтому у меня с ними беда. Не буду фикус смотреть. Я не знаю, что за растение такое. Ну, это все тоже фикусы. Вот такой тоже, по-моему, был фикус Бенджамина, тоже умер. Смотрите, как красиво оформлены ствол. Это что-то типа бонсай. Ну, красиво смотрится, конечно, но это растение не на пол. Вот метелочки, пальмочки хорошо смотрятся в интерьере. Вот такие. Тоже хорошо. И, кстати, они в уходе, несложные. Опять олень. Денежное дерево. Ну, красивое прям. Действительно дерево. Смотрите, какой ствол. Опять олень. Все уже точно готовится уже к Новому году. О, как красиво оформили. Хочу вам показать сегодня лук свой. Не получится полностью. Что-то как-то не очень. Вот, остановилась на этой пальмочке. Она такая интересная. Ну вот, 10 тысяч. Поеду я все-таки. Проедусь еще. Как-то. А вот большие. Вот такие тоже здесь 12. А вот это, смотрите. Большое прям совсем, в мой рост. Вот. Такое 23. А вот это же пальма, смотрите, какая.
огромная. Даже цену. И цены-то не вижу. Что-то не видно. Ну, наверное, такая 1030 будет стоить. Ну, в общем, что-то буду смотреть подобное. Мебель для сада. Какой большой стол. На 12 персон. А вот тоже плетеное. Смотрите, очень много желтых ценников. Это потому что уже не сезон. Вот кому надо, наверное, нужно сейчас и покупать. Смотрите, качель была 75-55, 990, 20 тысяч скидка. Кресло. Подвесные, вот я все про него думаю. Квадратный большущий стол стоил 200, сейчас 135-590. Уличный обогреватель тоже, видите, со скидкой. Газовый. Да, сейчас сезон скидок на уличную мебель. А тут ее много, выбор такой хороший. Комплект 400 тысяч. Два дивана, два кресла, два стола и зонтик в придачу. Красивая мебель. Здесь всегда для дачи красивая мебель. Вот видите, комплект стоил 105-600, сейчас 69, почти 70. Ну да, почти 30 тысяч скидка. Здесь более бюджетная мебель, но тоже. Смотрите, здесь вообще скидка на комплект. 50 тысяч скидка. Странно, что она стоила изначально 100 тысяч. Я считаю, дороговато было. Но, тем не менее. А, вот и елки появились. А вот и елки. Ну, наверное, тоже надо пораньше поспешить елочки купить. Давайте посмотрим цены. Вот такая красивая елочка. 21. Такая.
Нет, мне кажется, елки все-таки не подорожали. Вот они также и стоили в прошлом году. 2 года назад я новую елку покупала. Что-то тоже в районе 20 тысяч. Я думала, знаете, что-то будет уже поинтересней такое. А вот красивое. Видите? На кончиках такая, она голубенькая. 27. Ну вот, например, стоит елочка 69 790. Ну и что в ней? Вот обычная елка. Почему такая цена? Может быть, и то, что она повыше. А вот смотрите, с виду вообще какая-то страшненькая, даже не зеленого цвета, а стоит. Да, в общем, делаем вывод. Чем выше елка, там уже цены вообще какие-то аховые. Ну, надо брать, наверное, что-то средненькое. Да, здесь уже большие. Вот в начале там они по высоте 180, ну, до 2 метров. Вот красивая. И зеленая, и пушистая. Смотрите. А ну-ка, какая у него цена. Ну да. Дороговато. Видите, сейчас новый материал для елок. Раньше они были более какие-то такие из другого ПВХ. Ну, вот это стоит 18. Ну, нет, она не годится, потому что это уже не современно. Современные вот такие. Другой материал. Белые есть, даже красные. Даже красные. Интересно. Ну что, кто-то и красную поставит. Такой дизайн. Белая. Вот елочка, смотрите, 11 тысяч, 12. Даже шишками. Небольшая. Ну, как я попала, прям даже на елке. Начало октября, твой дом уже готовится к Новому году. Кстати, может мне посмотреть наборы полотенец. Но тут я что-то наборов не вижу. В коробочке, чтобы было красиво. Нет, ну не нравится мне, конечно, вот это в коробочках. Какие-то цветочки. Нет, что-то не то. Тут одно 6 тысяч стоит. Что детские подушки. Не ребята.
ребенку нужна подушка. Она уже, у нее была ортопедическая, она уж с нее выросла. Смотрите, какие тапочки красивые. Цена. А вот кто мерзнет. Кожа, внутри мех натуральный. Цена. Да, это обувь вся кожаная здесь. Нет, не вся. Вот есть тканевые. Такие прям оденешь и из дома не нужно выходить. Так, ну в общем нет, с полотенцами нет. То, что есть, это мне, меня не устраивает. Какой-то вчерашний день. Пойду-ка я, наверное, в посуду. Что-то буду дарить, смотреть там. Смотрите, какой огромный отдел. Разных товаров для душа. Щетки, расчески, зубные пасты. Чего здесь только нет. Товары. Нет, пойду я в следующий. Все-таки здесь мне ничего не нужно. А вот в посудном будет интересно посмотреть. Кстати, термос. По-моему, неплохая идея для подарка. Мне нужен термос, но я хочу заказать такой, знаете, большой, литра на 3-4. Шиповник заваривать. Но я хочу с помпой, чтобы сразу, чтобы не поднимать, чтобы ребенок мог подойти, себе налить стаканчик. Но здесь такого нет. Здесь таких нет. Вот, кстати, блюда для запекания. Французские. Эмиль. Хенри, ну кто знает, оценит. Дорогущая жутко, но очень крутые. Смотрите, какие красивые. Форма.
Вот эти я смотрю. Кастрюли. А вот крутая вещь, тажин. Не, ну блюдо для запекания — это вещь необходимая. Слушайте, может быть, я сегодня найду себе... Мне нужен соусник, но чтобы он был такой с носиком. Пока я таких не вижу. Ну, плюс для моей плиты. У меня индукция. Кстати, не вся посуда тоже подходит. В общем, как оказалось, не так уж много ковшиков с носиком. Сейчас посмотрю. Нет. Удобно просто с носиком сливать молоко, там разные соусы. Я хочу именно такое. А что у нас? Все, да. Вот еще. Ну, без носика. Знаете, какой мне понравился? Вот этот понравился. Значит, во-первых... А, он вообще для всех плит, не только для индукции. Он такой прям стильно смотрится. И носик. И ручка такая мягенькая прям. Ой, ну какая прелесть. Очень красивый. Очень красивый, очень стильный. Ой. Ну вот такая цена, конечно, за ковшик. Но красивый, понравился. Чехия. Сфоткаю, сейчас посмотрю его на каких-нибудь платформах типа Валберис или Озон. Кстати, девочки, у кого индукция, выбирайте посуду строго предназначенную для этой плиты. Вот чтобы была маркировка на коробке, на изделии, что это посуда для индукционных плит. Потому что, кстати, в этом магазине мне посоветовали, я купила набор посуды, сказали, ну что вы, не выдумывайте, подходит для всех плит, берите. В итоге все пригорает. В кастрюлях молоко пригорает, в сковородке все пригорает. Короче, внимательно выбирайте посуду для индукции. Здесь бокалы, стаканы. Да ладно, сколько? Бокал для коктейля один. 14 000 один. Ну, не знаю, он, конечно, красивый. Ну что, на эти деньги? А здесь? Здесь что, натуральное золото?
Почему такая цена? Надо же. Вот это да. Ну, красиво, красиво. А вот цены. 22 тысячи. Ну, классика. Лично мне не очень нравится. Хоть он и дорого стоит, но... Нравится мне вот этот. Он такой стильный. Дошла в отдел фарфор-фаянс. Слушайте, ну... Подарить кружку... Вообще избитая тема. Я уже давно ее не использую. Ну ладно, еще ребенку. Ну смотрите, кстати, симпатичный такой набор. Кружечка и вот такая поилка, да? Вот ребенку можно подарить. Красивая. Желтенький со слоником. Да, взрослого человека нет, конечно, нет. Кружки, там вот эти наборы, это я еще дарила лет на 15-20 назад. Хочешь подарить кружку, дари сразу сервиз. Например, я не люблю, когда у меня, знаете, на кухне вот разные чашки там, такие. Не, я люблю, чтобы все это у меня было лаконично, одного цвета. Это красиво смотрится. Девочки, посмотрите эту прелесть. Итальянский фарфор. Я прям вообще подвисла. Смотрите, какие чашки. Гранат. И внутри еще, смотрите, листик. Ой, салатники. Какие красивые. Такие есть кружечки. Ну, тут и блюда. И десертные тарелки. Суповая, смотрите, ну тут она прям такое глубокое, салатники, ой, ну какая же прелесть, вот это, вот с гранатом мне так нравится, очень красиво, большие блюда, нет, вот это, конечно, достойный набор. Даже подставка под ложку, но она такая массивная. Вот себе бы взяла прям одну чашку. Большую. Нет. Все-таки, если брать, тогда надо брать всю серию. Одна чашка. Это будет такая солянка. Ну, даже не знаю. А вот это что такое? Ваза на ножке. Конфетница. Еще есть немножко другая. А вот смотрите, на чашке инжир нарисован. Виноград. Пары чайные. Ну вот 6 таких пар взять. Да, красивый сервиз.
А вот собрана вся вот эта инжирная коллекция. Полностью. И блюда, и тарелки, и чашки. А, это еще и новинка. Красиво.